Всем привет, друзья! Вы на канале Темная Рыцарь, меня зовут Дима. Я продолжаю проходить игру Watch Dogs Legion. Мы пошли в четвертой части игры под названием «Призраки прошлого». Я желаю всем приятного просмотра, мои дорогие, классные, охеренные друзья. Устраивайтесь поудобнее, записывайтесь вкусняшками, а мы продолжим проходить эту прикольненькую игрушку. Так, друзья, сейчас быстренько, кажется, насметим точку на карте. Кстати, игра нам ехать нехило. Ого, что это? Освобождение мятежников? Опа, друзья, перед тем, как мы поедем на наше основное задание, кстати говоря, миссия наша прикольная. Так, призраки прошлого, прикольная, классненькая, мне нравится. Мы, друзья, пойдем именно к борьбе с пропагандой. Съездим нам либо сюда, освобождение мятежников, либо борьба с пропагандой. Блин, даже думаю, куда лучше поехать. Вот думаю сюда. А потом уже поедем сюда, дорогие друзья. Источник сигнала на месте теракта на ТНМ. Понял, понял. Кстати, какая-то игра прикольная, классная, интересная. Видите, сколько у меня же в кармане людей, да? Вот, 4 человека у меня. А потом еще больше их сделаю. Вот этот персонаж мне очень нравится. Тернан Хенри, он прикольный. Контрабандист. Это кто у нас? Бармен. Ух ты, будет нам разливать прикольные коктейли. Это хакер, ха-ха, да, она крутая. А это у нас прикольная, красивая Элли Флетчер, строитель. Вау, она реально прикольная. Так, ну эти потенциальные, их надо будет сначала выполнить здание, чтобы их в команду завербовать. Это для тех, кто любит, типа, нереально, да, получается. Это тоже, ладно, черт с ними, на самом деле. Это тоже ненавидит дельсек. Ну и пошли они нахрен. Так, ладненько, друзья, сейчас быстренько съездим. Стигает тачка прикольная. О, тачка, еще одна классная машина. Вау, Биг Бен. Кстати говоря, о, Альбион. Может, задницу надрать, а? Может и нет. Надо подумать. Маленько так шубить не будем, а? Блин, а где тут красиво, на самом деле. Хоть это, конечно, Лондон не настоящий, ну, игра, я понимаю прекрасно, но, тем не менее, прикольно. Кстати говоря, я думаю, в бойцовский клуб еще сходить, а? Там можно понабивать дебилом, может, еще людей, как говорится, может, будет команда завербовать с прикольными способностями, а? Вау, тачка прикольная едет, а? А машина я еще не разбивал, в смысле, прям в хлам, поэтому как они разбиваются, я не знаю. Но, по ходу дела, потом мы в любом случае узнаем, а? Хотя я, конечно, стараться буду ездить нормально. О, мы приехали к цели. Да, мы приехали, но, тем не менее. Как говорится, Сим-Сим, откройся, Димончик на машине заедь. Блин, поднять. Тут, зараза, ё-моё. Маленько, я тут машину поставлю, а? Во, выйду. Вы сейчас моего героя не потерять, а? Тихо, прикольно, у него маска, да, друзья? Маска офигенная. Желаю вам и вашим близким, друзья, крепкого охеренного здоровья. Реально здоровья, во. Понятно сказал. А сейчас остальное у вас, друзья, будет. Так, контроль. Ух ты. Приманить. Ни хрена себе. Так, открыть панель. А, открыть не панель, открыть дверь, или там панель была написана. Так, раз дебил. Получается, мы ничего сделать с ним не можем. Да видели, как я его оглушил, да? Прикольно. Открыть, закрыть. Открыть. Так, давайте быстренько дальше на дроне попробуем пробраться. Так, тут у нас отсутствует, что такое. Мне интересно. Ух ты, а могу использовать? Не, ни хрена. Так, тут боеприпасы, не пополни их. Так. Это получится у нас... Куда нам дальше, мне интересно, а? Я не помню, что тут дальше делать, а? Ой. А, вот, очки навыков, но мы их не возьмем, а? Ладненько, дрон прикольный, конечно, но я сам зайду, поговорю с ними, а? Чтобы мне будет так интереснее, а? Фух, друзья, говорится, пойдем поговорим с этими... Опа-опа! Чуть не забыл. Вау. С альбионовцами. Так, я думаю, что с ним сделать, а? Камера нас палит, блин, туда нам надо сходить, а? Тут сделать нам что, я пока не знаю, а? Так, призраки прошлого, мы за миссию, конечно, пойдем. Так, пока его отвлечь можно? Так. А, он ненавидит досек, да? Тоже досек не любит, да? Это, скорее всего, такая девчонка. Сейчас мы быстро и Хари набьем, а? Ай, как ее, а? Это была девчонка, реально, а? Так, тут что-то я нашел. Какую-то записку я видел. Вот она. Так, ну тут прикольно, интересно. Новый Сконтерленд. А, новый Сконтерленд Ярд. Блин, зараза, может реально Шерлока Холмса в этой, ага, вон да и найдем, а? Может быть, все может быть, друзья.
Тут на самом деле очень прикольная, интересная игра. Мне очень она нравится. О, кстати говоря, очки. У меня 20 очков. Что можно замутить, а? Так, технологии. Ух ты! Блин. Я даже не знаю, что можно замутить. У меня 20 очков. Блин, надо подумать, а. Так. Опа. Получается электрокастет. Электрошоковая ловушка. Боевой бот-паук. Ух ты! Так. Нелетальный пистолет-пулемет. Вау, помехи. Взлом дрон-гонщик. Так. Взлом дрон Парсел Фокс. Ух ты! Вау, нелетальный дробовик. Получается, привлечь внимание. Блин, тут дофига чего разблокировать. Ну, что можно взять? Я возьму себе, друзья, кастет. Или паук. Хотя возьму себе лучше боевой паук. Во. Пригодится мне паучок. Да, я его возьму. Попробую поиспользовать его сейчас, друзья. Посмотрим, что из этого выйдет, а. Так, куда нам вообще так? Что нам вообще в этой миссии надо делать, а? Я так и не понял. Мятеж, все такое, я не вдуплил. Ну, тут не написано ни хрена. Сейчас, по ходу дела, может просто это полазить. Сейчас узнаем. Так, тут у нас еще фигнюшка. Новый Сконтерленд. Яхта, блин, ну, прочитаешь, капец, позор, Дима. Маленькую досье, это просто интересно было, но я не любитель читать на самом деле. Да и не очень мастер, поэтому, друзья, хотите, прочитайте. Так, камера. Камеру тут не вырубишь никак. Так. Опа, паук, я же хочу, ну как его? А что он может делать? Зараза, блин, зараза. Да сам ты меня вынудил, правда я дерьмо оружие использую, не летальное, я хочу и летальное. Вот, я хочу быть жестким хакером, наглым, блин, таким хакером. Ваня, кстати говоря, правда игра прикольная, блин, интересная, но вот только проблемка в том, что, блин, я пока мало прошел ее, поэтому много очень об этой игре не знаю, но нулевой день надо будет наказать, Альбион надо будет наказать, и гребаную группировку забудьте дебилов надо будет наказать, вау, прямо у Обещникова. Так, тут у нас этот дрон нам не нужен. Блин. Его тоже кокнуло. Так, я что-то взломал, да? Только вот тут камера... Не ломается, черт с ними, я так зайду, а. Так понятно, что я уже обнаружена. Вау. Блин, паук прикольненький, а. Думаю, так намного интереснее играть, а. Так вот, правда, меня сейчас могут убить. И лучше свалить меня отсюда, потому что героя я не хочу терять. Если я погибну, я потеряю героя. Этот герой мне очень нравится. А? Поэтому я быстро перепрыгну. Пойду. С другой стороны обойду их. Ой-ой-ой. Сука. Тварь, а. Теперь так и не пойму, что делает паука. Ух, сука, тварь бобена, а. Ай, бобина, чуть не кокнула меня. Ого, у него пулемет, ни хрена себе. Так, дам паук, я так и не понял, что ты делаешь. Контроль. Что он умеет делать, а? Прыжок. Честно, я не понимаю, что он делать умеет, а. Лазит. Ого, у них тут штаб-квартира. Ни хрена себе. Я, честно, не понимаю, что он умеет делать, этот паук. Да, опа, он может данные взять? Недоступно, да? Ладненько, он в принципе особо бесполезная. Ладненько, друзья, сам пойду, а. Так, ну сейчас зайдем быстренько к ним сюда. Кстати говоря, тут пока вроде никого нету. Так, паучок. Поднять. Спасибо. Потом мне пригодишься. Так, что это было? Маска, предмет гардероба. О, прикольную маску собрал. Вау, круто. Вау, тут получается, видите, схема получается. Как сказать, карта дорог, все такое, типа, может быть, получается, где точки Альбиона, ну, из их базы. Ни хрена себе тут у них, да хрена так, блин. Они почти весь Лондон, почти всем Лондоном завладели. Тут ублюдки Альбиона. Тут у них карта Лондона, видите, получается, колесо, потом, получается, всякие там прикольные здания, где богатеи живут. Тут, получается, у нас, это что тут у нас получается, какая-то непонятная башня, хотя, скорее всего, да, какая-то башенка. Ну, прикольный макет, прикольный Лондона, ого, офигеть, как красиво выглядит, да? Вау, круто. Так, тут у нас фигнюшка-дрючка нужна.
типа можно паука сюда вызвать, ну, дрона. Ну, мы вроде тут все взяли, вроде бы. Я просто не пойму, что я, что тут надо было делать. Мятеж, это понятно, но... Хотя я вот подошел, почти подхожу. Свободный район, освободим район. А, вот что надо сделать было. Вот зараза, невнимательно читал, а. Ух ты, чувака надо спасти, а. Только как? А, во как, скорее всего. Сейчас чувак я тебя спасу, а. Ух, блин. Я не думал, что тут надо будет чувака спасать. Так, тут у нас новый новый Скотленд Ярд 3. Блин, а я слишком долго бездействовал, слишком долго сидел за рабочим столом. Я смотрел, как другие патрули тут по моим маршрутам. Я стал полицейским, чтобы изменить мир к лучшему. Но вам и так известно, что конференции ТНМ мы этим больше не занимались. Мы этим больше не занимался. Блин, капец, а. С приходящим сообщают, что хочу подать в отставку, если бы месяц назад меня спросили, соглашусь ли я на предложение Альбиона, я только рассмеялся бы в ответ. Но теперь за порядком в городе следят они, и я не оставил. И я не оставил своей мечты, возможно, мне удастся направить деятельность компании в лучшее русло. С уважением, констебль. Кэппатьерсон. Ух ты, ух ты. Констебль, блин. Это интересно. Так, а тут у нас что? Благодарим вас за то, что заинтересовались работой в управлении полиции. К сожалению, из-за объявления чрезвычайного положения у нас нет доступных вакансий. Тем, кого заинтересует карьера в силах правопорядка, рекомендуется направить резюме в Альбион. На их сайте или через вербовщиков. С уважением, комиссар Перкинс. Перкинс, капец, а. Блин, надо было с самого начала почитать, а. Все-таки интересно, а. Так, от лица полиции Лондона я приветствую Альбион в рядах органов охраны правопорядка. Мы с Нейджелом Кассом в подробностях обсуждали детали сотрудничества между Альбионом и Скотленд-Ярдом. Вместе они смогут как бороться с терроризмом, так и восстановить порядок в нашем великом городе. Ну да, конечно. Теракт на конференции технологий нации мира до глубины души потряс всех нас. Но благодаря сотрудничеству с полицией, с мистером Кассом и Альбионом, мы сможем предотвратить подобное в будущем. Комиссар Дж. Перкинс. Ну да. Ни хрена у вас не получилось предотвратить, вы придурки. Так, текстовый документ я прочитал. Надеюсь, я более-менее, друзья, хорошо прочитал. Просто правда, с меня сейчас очень плохое. Так, я могу тебя спасти? Как тебя спасти вообще? По-моему, могу, а. Во, спасти. Сейчас все будет, брателло. Ага. Испытание выполнено. Хорошо, бро. Я всегда рад помочь своим друзьям. Так, я, в принципе, все сделал, замутил. Все, друзья, погнали, как говорится. Вот и славно. Кажется, это начало прекрасной дружбы. Логично предположить, что человек, которого Альбион счел нужным держать под замком, может пригодиться нам в будущем. Согласен, Бегли, согласен с тобой. Так что быстро очки возьму, технологии, и пойду уже выполнять задание «Призраки прошлого года». Кстати, какое прикольное название. Так, тут у нас, по-моему, очки. Вот они, очки. Так, мы их взяли. Очки технологии 10. Это мой дрон, который я использовал. Но он так себе не особо не помог мне. Так, ладненько, друзья, сейчас быстренько нажму на карту. Тут дофига сочекает прикольных заданий на самом деле, видите? Тут получается порча имущества, диверсия, потом сбор фотоулик, взлом хаба CTOS, нейтрализация важной цели. Ух ты, прикольно! Вау, надо будет замутить. Это уже 6 миссии. А это наша штаб-квартира, убежище. Вау. Так, ладненько, друзья, отправимся наконец-таки сюда, может потом еще здесь полазим, посмотрим по ходу дела. Так, карточку, так жалко, что машину себе вызвать нельзя. Так, технологии, у меня пока 10, в принципе, ни на что больше не хватает, да? Улучшить пока нельзя. Боевой паук. Паук, нелетальное действие эффективнее на ближней дистанции. Но пока что-то у меня не было турели, скорее всего, надо будет ее прокачать. Так, ладненько, тут больше
Вроде бы никого из альбионов нету. Я все, что мог, собрал, тут сделал. Поэтому, да, друзья, я быстренько пополню боезапас. Эй, боезапас. Во, и пойду дальше, а. Эта игра, правда, прикольненькая. Мне она очень нравится, а. Я, кстати, играю потом на канале, если я хочу пройти либо постримить, либо просто пройти, хочу у себя на канале. Вейджерок 1, Вейджерок 2. Так, Левион, дебил, ищет меня. Да, но пока найти не мог. Да, балбесы. Так, ладненько, я их всех погасил. Кого? Шокером повырубал. Сработал сигнал. Сараза. Ладненько, срочно сваливаем. Так, а, блин, моя машина там, а. Это не моя машина. Ладненько, черт с ним, возьму другую машину. Так, тут, в принципе... Ах ты, зараза. А может его отвлечь, а? А он тоже ненавидит, а? Этот сек. Ах, жалко. Ого, видели, видели, сейчас мы за ним пойдем, а. Ай, блин, весело, а. Блин, сука. Вот прикольно, а. Честное слово, блин. Ё-моё, классная игра. Кстати, ссылочки на мою группу ВК Дискорд и страничку ВК и страничку в Фейсбуке будут в описании. Вступайте, вместе будет веселее, добавляйтесь в друзья, также будет нам весело. Я всегда рад помочь и поддержать своих друзей. Мои друзья реально вам скажут, да, новые друзья, что я не вру. Вау, еще одна новая тачка. Так, лучше оружие убрать, да? Вау, видели, да? Ну тащи его, а ну охереть, а. Вау. Полюбись на ней покатаюсь, а. Так, тут можно что-нибудь купить себе? Можно купить? Так, а ну-ка, можно тебя в команду завербовать? Тихо, ты кто у нас? Так, сохранить кандидата. Тоже ненавидит Дедсек, да? Вот упырь, а. Почему вы Дедсек не любите так, а? Что, блин, вы такие плохие, а? Маленько. Вот эта тачка прикольная. Вау. Класс. Так, я вырублю радио, потому что меня... С этого радио опять забанили меня песни. Ну, как сказать, кинули типа жалобы, то, что я использую песни чужие, все такое, а. Блин. Так, Альбион, как тебя повернуть? Налево, уйди нахрен от меня. Вау, тачка при... Ого, нифига себе тащила. Прикольная. Реально классная. Так, аккуратненько. Так, мы почти доехали до цели. В принципе, тут ехать недалеко было. Тихо, мне нравится вот автопилот. Прикольный автопилот на самом деле, правда, видите, он пешеходы попускает, типа мотоциклистов, ну, автомобилистов, все такое. Вау, ну прикольно, тем не менее, Сити. Так, а это охерело, что такое, ты сейчас собираешься мою машину, ого, видели, да? Это охеревшая бабулька, на машину мою зафигачилась, а? Так, рядом. Охереть, я прям с моста. Кстати, да, можно посмотреть, это красивый Лондон, блин, тут красивая, прикольная природа. Кстати, говоря, надо будет на лодках поплавать, красивый мост, блин, вы офигеть. К месту назначения. Так, да уж, блин, я походу тут не проберусь, а. А до места пока я еще не доехал, автопилот, ну спасибо тебе в любом случае. Так, надо будет немножечко поближе подъехать. Я сюда не добрался в тот день. Спасибо еде из паба, иначе бы лежал здесь вместе с остальными трупами. Странно, что здесь разгуливает столько охранников. Здание закрыто, им тут нечего делать. Я тоже так думаю. Что мы здесь ищем, Бэгли? Устройство или модуль, от которого исходит сигнал. Похоже, источник где-то среди завалов. Так, понял, Бэгли, тебя понял. Так, как мне только пробраться сюда? Вот в чем вопрос, а? Может ли переключиться? Опа, контроль. Так, давай вниз. Сейчас от машины вылезу. Так, теперь. Так, подожди, давай, герой, выходи. Сейчас мы покатаемся. Вау. Так, контроль. Так, теперь нужно аккуратненько подняться. Ого, тут дофига альбионовцев, а. Блин, а прикольно получится. Только, правда, тут, опа, взлом. Давайте сначала осмотримся лучше. Сколько их, ого, что это у нас? А, ловушка. Так, раз дебил альбионовец, сучек, он с дробовиком. Так, опа, опять ловушка. Так, тут у нас машина альбиона. Так, тут еще один придурок альбионовец. Тут у нас строитель. Так, тут везде развалины, капец, это тоже, как я понимаю, произошел теракт. Ух ты, еще один. Да тут ни хрена этих дебилов сколько, а. Ты вахер, тут офигенный, жесткий был уже взрыв, а. Много людей погибло, и как там я видел, мемориал столько людей, как в Мстителях, ого, еще один придурок.
Так, тут сбитая тачка. Так, вот наша цель, как я понимаю, да? Так, опа, ну-ка, тут у нас что? Ого, прямо около чувака, блин, капец, да? Ух ты, у них прикольные компы. Только они, как я понимаю, за людьми следят. Аника, мы тут все быстренько осмотрели. Так, теперь нужно как-то спуститься вниз. Ой-ой, чувак, а этот, контроль. О, молодец, так, вниз. Место теракта на ТНМ. Во. Так, я понял вас. Так, надо спуститься. Мне очень понравилось, но надо выйти. Так, выйти. Вниз. Как теперь выйти? Вас могут обнаружить, а? А как теперь выйти? Слезть. Как слезть теперь? Я хочу же слезть, а? Зараза. Так. А правда, как слезть отсюда, а? Как слезть? Я реально хочу слезть. Блин, как слезть? Я не могу понять, друзья. Что-то я запутался. Так, это у нас понятно все. Тут задание, в принципе, тоже понятно. Смотрите, какая прикольная миссия, мне не нравится. Но как слезть, я не пойму, друзья. Как реально слезть? Так, сейчас меня спали таким темпом и кокнут, а? Так, блин, слезь ли ты. Куда же тебя прифигачить, чтобы я мог слезть, а? О, может сюда? Да я хочу слезть отсюда, ва. Да что такое, игра затупила, что ли? Друзья, я слезть не могу, а? Как балбес, ездю туда-сюда. Ну, в смысле, летаю. А вот слезть не пойму как. На какую кнопку? Вроде бы я нажимаю. Управление, так. А, выйти. Во, как надо было на эскейт выйти. Вот я балбес, а. Так, не реализовать. Офигеть, ему рожу отфигачил. Ух ты. Взламываем. А, это камеру мы взломали. Блин, я думал, что-то новенькое. Опа, послушай. Он хочет заменить нас роботами, друг. Все серьезно. Директор Касс. Серьезно? Кто тебе сказал? Друг в лабе. Он мне такого рассказал. Про проверки и про то, как решают, кто полезен Альбиону, а кто наоборот. За свое место переживаешь. Это ж ЧВК. Они так и так нас всех проверили. Ты не врубаешься. Он говорил о гражданских, не только о нас. Это ж насколько все плохо, что нужен тотальный контроль за жителями. А ты глянь по сторонам, еще как плохо. И Касс делает все, чтобы не стало хуже. А ты бери с него пример. Да уж, капец, блин, а. Альбион вообще охренели, блин, честное слово, а. Запись разговора двух сотрудников Альбиона на месте теракта ТНМ. Да уж, капец, а. Я больше всего удивляюсь, блин, и капец, на самом деле, это очень жестко, а. Так, завербуйте ёпана Йоланду Соултан. А кто это такая? Задание по вербовке. Дополнительное задание и основное задание. Так, выполню потом, думаю, может в этой миссии или следующей. Выполню задание по вербовке этого чувака. Ой, это девушка или чувак Йоланду. А, это девушка. Либо вот по участвуем в ваших боях. Мне очень понравилось махаться. Так, тут мы все нашли. Так, все. Опа, блин, как он махается, да? Кстати говоря, прикольная функция есть. Так, по-моему, так нажимаешь, во. Так, во. Что случилось? Ты что, типа охренел? Ладненько, друзья, пойдем дальше, а. Так, Альбион, вас тут до хрена. Как мне... Не, попробую как-то вас обойти, хотя не получится, скорее всего. Так, мой дрон пока что... Мой паук. Он пока не особо так помощник. Во. Куда можно кинуть его? Что-то он не хочет... А, во, все нормально. Так, ну пока у него, в принципе, только есть прыжок. Больше ничего нет, да? Ловушка. Охеренная, минус один дебил Альбионовец, а? Так. Так, один пошел. А, это получается у нас снайпер. Видите, да, значок снайпера у него. Это у нас обычный стрелок. Кстати, это уже можно будет его вырубить, а? Да тут прям капец, бомба взорвалась, а? Тут прям очень много людей погибло, это я уже понял. Очень жалко, на самом деле, столько людей погибло, а? А, Альбион еще, ублюдки, что же они такого там охраняют, а? Может ли мой дрон это узнать, а? Вот в чем вопрос. Сейчас, по ходу дела, друзья, мы и узнаем. Придется ли нам самим сюда идти, или дрон может все сделать? Опа, дрон все может, а? Так, нога поврежденного бота-паука, найденного на месте взрыва ТНМ. Ух ты. Все. А, я сам, он побольше сделал, а? Молодец. Так, что дальше будем делать? Вот оно.
Сигнал исходит от этого фрагмента бота-паука. По внешнему виду установить принадлежность не удается. Здорово ему досталось. Боже, что он тут делает? Трудно сказать, но можно попробовать воссоздать события в ДР и выяснить, имеет ли бот отношение к теракту. Получи доступ к ближайшим ретрансляторам, чтобы собрать достаточно данных для воссоздания сцены в ДР. Так, получить доступ к записям системы наблюдения. Ого, а где они находятся, эти системы наблюдения? А, они вообще особо недалеко, да, или далеко? А, вот оно что, я понял, так. Тут, скорее всего, мне надо будет самому, либо мой паук получится у паука. Сейчас попробуем, друзья. Посмотрим. Мне кажется, на самом деле, мой главный герой сам должен что-то сделать, а? Паучок, бот-паук, конечно, классный, я ничего, я не сомневаюсь, а? Но я думаю, сам попробую. Кстати говоря, я причем реально далеко там нахожусь. Вообще недалеко. Так, взаимодействие. Мне кажется, паук-бот все равно не умеет ничего взломывать, а? Отлично, осталось два ретранслятора. А может и умеет. Ладно, я сам просто хочу чуваком повадить своим, а? Они паук, конечно, класс, да, ничего не скажешь, но мне просто нравится больше людьми играть, нежели какими-то роботами, а? Так, как же тебе вырубить, а? Может тебя отвлечь? Отвлек. Так, придется махаться с ним, да? Ах ты сука, а? Давай, давай, сюда иди, давай. Иди ко мне. Ну? Ты падла. Давай, давай, иди сюда. Я король, блин, всех, а. Я король балбесов, а. Давай, иди сюда. От тебя сего, сука, ну класс, а. Ух ты, ничего себе, он крутой. Но я тебе круче. С ноги по мордосям ему дал, а. Ладненько, друзья, вы сами нарвались. Хотя использовать хочу такой пистолет, а. Да, такой пистолет, а. Намного. Ну просто мне... Опа-опа, очки технологии, кстати говоря, недалеко находятся. Только я не пойму где, в развалинах, скорее всего, пониже будет, да? Так, они пока меня потеряли, а. Сейчас, друзья, я быстренько вниз спущусь, а. Там просто очки технологии есть, а. Мне они пригодятся. Да, тут капец прям... Ну, я же говорил, в принципе, тут взрыв жесткий произошел. Так, этот дебил пока меня не спалил. Все хорошо. Так, ладненько. Давай, ты у нас сейчас пойдешь, говорится, отдохнешь. Хо-хо-хо-хо. Видели, прям с ноги ему, на. Как его вырубил, я не понял, а. Так, ладненько. Ой, круто, а. Вот круто. Так, ладненько, тут мы на какую-то бумажечку нашли. Так, место теракта на ТНМ. Только для внутренних взаимодействий. Капитан Дели, там, инспектор 3 Смит. Прочитайте сообщение очень внимательно. Официальное заявление гласит, что за взрывы ответственные члены ДТСЕК. Я поражен тем, что вы продолжаете сомневаться в этом новом улик... А, в этом. Новых улик нет. Официальное заявление не изменится. Прошу прекратить расследование. Капитан Летом. Вот козлы, блин, а? ДТСЕК обвиняет, а в теракте. Ну, упыри, а. Ну, обвинили прям конкретно, что типа это ДТСЕК. Блин, ни хрена не другие, а именно ДТСЕК все это замутило. Так, вот вторая штучка-дрючка. Сейчас. Ну, ничего страшного, друзья. Мы докажем, что ДТСЕК хорошие ребята. И все будет. Понял, понял, Бегли. Так, фигнюшка находится повыше, да? Так, ну я хочу себе взять именно очечки, как сказать, сейчас. Я быстро чувака этого к окну. Кстати говоря, он пока не спалил меня. Это круто, а? Вау, вау, блин, мой чувак крутой. Это что у нас? А, мне показалось, это солнце, да, так светит? Так, ладненько, друзья. Нам надо подняться наверх и последнюю штучку-дучку включить. К записям системы. В общем, мы докажем, что для всех хорошие ребята, так сказать, отбили наше имя, честное. Что мы не плохие, что нас подставили, а? Что докажем, что главное, чтобы люди хорошие... Нормальные, поверили, что мы не причастны. А, Альбион, мне вообще насрать, а. Поверить, не поверят. Так, где эта фигня находится, я не понимаю, а. Очки технологий, вы где? Так, очки технологий. Я честно, на самом деле, где они, а? Так, ладно, комиссион наверх подняться каким-то макаром. Хотя я попробую использовать паука. Во. Да. Так, перезагрузка.
Здесь. Так, паучок. Может, у тебя получится? Я не пойму, где очки технологии. Куда мне надо пойти, чтобы их найти? Ты же у нас охеренно прыгаешь вроде бы, да? Паучок. Ой-ой-ой, паучок, паучок, не ломайся. Так. Ага, вот оно. Чё, давайте попробуем, а? Так, тут у нас... Не, не врется опять же, да? Слишком высоко. А, нет, возможно, возможно. Ой-ой-ой-ой. Надеюсь, он не сломается. Поскорее бы мне накопить очки навыков, технология, чтобы ему классический пулемет замутить, а? Так, тут пока дебил, мы тебя все равно не кокнем, не усыпим. Так, ну нет, он не допрыгнет, а? Слишком он маленький, хотя тут возможно съесть. Ой, все возможно, друзья, главное стоит захотеть. Да, друзьяшки, ха-ха. Блин, это очень правда интересная игра. Желаю вам еще раз, друзья, приятного просмотра. Огромное всем спасибо за поддержку. Мне очень нравится, что вы поддерживаете меня. Спасибо, что поддерживаете меня на обычных моих прохождениях. Спасибо, что поддерживаете меня на стримах. Пишите классные комментарии. В общем, друзья, за все вам спасибо от меня, от вашего вечного болтуна Димона. Так, можно еще прочитать. Новые меры безопасности. Всем управляющим на месте проведения конференции ТНМ не позволяйте журналистам, присутствующим и прочим гражданским лицам приближаться к зданию. После окончания рабочего дня устройство служения будет проверено. Устройство служащих будет проверено на предмет сделанных в здании фотографий. Договор любого служащего, который сказал стать устройство, будет немедленно расторгнут. Не позволяйте таким служащим покидать здание. Если у их коллег возникнут вопросы, скажите, что произошел срочный перевод, и направьте их на подробности. За подробности в отдел кадров. Вот падла, блин, а? Типа, если ты фотку сделаешь, тебя уволят, а? А могут и убить, а? Вот, блин, а? Да уж. Мне еще учиться и учиться классно читать, а? Так, очки Опа! Это у нас камера, в принципе, не нужна. Так, очки технологии, они где-то тут рядом находятся, а? Ну, блин, я пока найти их не могу, а? Я не пойму, где они находятся, я прям рядом с ними нахожусь. Вот реально, а где они находятся точно? Блин, ладненько. Паук, ты прикольный, но вернем тебя обратно. Так, выйти. Верну тебя обратно. Так, ладно, очки технологии я потом найду, а? Я правда просто потерял их, я не пойму, ну, в смысле, я не пойму, где они находятся, а? Где я? Вот я тут. Вот реально тут вот. Где они находятся? Внизу, наверху. Тут типа можно спрятаться. В общем, друзья, не пойму. Потом поищем, а? Сейчас пойдем, уже включим последнюю запись. Ёб твою мать. Так, раз, два. Хотя я хочу дальше сделать, а? О, капец меня стрелок, конечно. Просто я хочу Альбионосом отомстить, а? О, это баба! Да, сдалека их гасить хреново. Целая бомба пришлось потратить, а? На эту дуру, а? Так, тут мы все взяли, тут грузовой дрон. Ух ты! А, это грузовой дрон, тот, который я управлял, а? Я понял, понял. Так, дебил там, да? Это у нас уже придурок, а? Друзья, я с первого раза убил его, ладно, я заблудился. На самом деле очки технологии я не могу найти, но очень хочется, а? Я не пойму, где они находятся. Небо без, опять, походу, не вижу, а. Ладненько, друзья. Так, наша штучка-дучка находится недалеко. Давайте быстренько сейчас сходим и записываем систему наблюдения. Последнюю запись надо активировать, чтобы узнать, что же произошло, что же видел бот-паук. До того, как его... Как он взорвался. Так, скачиваем. Загрузка ключа. Ух ты, это нужная вещь. Так, ушки, да, сейчас скачается, все будет. Эти гайпарда прикольные костюмы у главного героя. Ну, одного из главных героев, а. Мне, конечно, очень нравится то, что может людей вибровать, но было прикольнее бы, если был бы один главный герой бы, а, в игре. Было это в первой части, а второй, а. Должно хватить. Теперь взять аудио из этого потока, видео из этих 36 и... готово. Вернись к боту, и я покажу, что случилось в ночь перед взрывом. Понял. Окей, окей, Бегли, сейчас что будет, а. Так, все, на принципе, я кого убил, кого вырубил, поэтому никого сейчас больше пока не будет, дорогие мои друзишки. Так, воссоздание ДР.
Что тебе как-нибудь нравится эта прикольная технология, а? Так, ну-ка, давайте посмотрим, а. Так. Груз доставили? Думали, мы вас кинем? Не верю в сам Келли. Ну-ка, куда они пошли? Давайте посмотрим, а. Прикольно. Так, анализ. Келли? В смысле, клан Келли? То есть эти мрази замешаны в терактах? Больше похоже на то, что клан Келли просто поставщик. Делать грязную работу у них кишка танка. С кем они встречались? Эта женщина явно не с ними. Может, она из нулевого дня? Так хватит прохлаждаться, ищи ответы. Ух, окей, Бегли. Поищу. Так, что нам дальше делать, а? Ответы. Изучите сцену воссоздания ДР. Призраки прошлого. Вот поэтому миссия так и называется. Так. А, вот оно что. Анализ. Бегли, можешь сказать, кто управлял ботом-пауком? Я завершил расшифровку сигнала. Определить оператора не могу, но такой код связи используется лондонской полицией. Боже мой, значит, легавые все это время наблюдали. Так, ну-ка. Ну-ка, сейчас. Чтобы увидеть продолжение, нужно пройти дальше. У нас в сарае не завалялось устройство квантового туннелирования? Технология квантового туннелирования появится минимум лет через 10, а боты и дроны уже тут. Используй их, если не хочешь ждать. Это мысль. Так, доберитесь до цели при помощи бота-паука или дрона. Ну у меня есть дрон, у меня паук есть, поэтому да. Сейчас его быстренько используем, а. Кидаем. Так, контроль. Все, сейчас паучок. Видишь, паучок, ты сейчас сыграешь главную роль, как говорится, в миссии. Так, все, погнали. Так, да-да-да, кстати, говорят, тут везде взорвано, поэтому мой герой бы хрен бы прошел бы, если бы не паука. Кстати, говорят, за паука на самом деле прикольно играть из-за дрона, но мне больше нравится играть больше людьми, конечно. Направь свои человеческие глазные яблоки на содержимое фургона. Понял. Давай, анализ. Это гексогены системы детонации, идентичная той, что применялась в здании парламента. Нулевой день. Вот, поживее, у нас еще доставки. Так вы развозите грузы по всем точкам? Заткнись, тебе знать ни к чему. Так. Черт. Выходит, нулевой день поручил подготовку взрывов нескольким группам. Разумный подход, когда нужно организовать серию взрывов, сохранив анонимность. Нулевому дню требовалось найти ресурсы и людей, но максимально от них дистанцироваться. И не нужно быть величайшим ИИ-детективом, чтобы заметить, что наибольшую выгоду от событий после терактов получили клан Келли и Альбион. Ну так и есть, Бегли, так и есть, а. Это все, что мы можем получить из сцены, воссозданной в дополненной реальности. Но если найдем таинственного офицера, который шпионил здесь с помощью бота-паука, можем узнать что-нибудь еще. Так, покиньте область. Понял. Так, что это у нас такое, а? Опа. Попуск на конференцию ТНМ. Ух ты, Дедвинд Ливин принял участие в конференции технологии нации мира, где прочел доклад о подвижках в области автономных судебных процессов. Ух ты! Он заявил, что технология ИИ может стать основой для важных реформ в системе криминальной юстиции и будет помогать судьям со временем и заменит их, поскольку в отличие от людей может абсолютно беспринципно анализировать улики и толковать законы. Не знаю. Да, возьму в коллекцию. Офигеть, получается, видели, рука, браслет, получается, тут, скорее всего, был чемоданчик, а? Либо этот чувак сдох, на который там трое шли, по-моему, у него был чемодан. Либо, не знаю, где его владелец, а где остальные части тела. Да уж, охренеть. Так, тут, в принципе, больше мы ничего не возьмем, поэтому... Паучок у нас... Спасибо тебе, паучок. Все, наша цель — покинуть здание. Паучка возвращаем. Что, друзья, пойдем дальше, а? Блин. Нулевой день, ублюдки, а.
Фух, столько людей реально погибло из этих тварин, а. Так, сейчас. Я, кстати, не пойму, реально. Сейчас использовать контроль. Полетели. Может, это тут наверху находится эта штучка-дрючка? Охренеть, как... Посмотрите внимательно, как бомбануло здание. Это капец, а. Взрыв просто такой мощный был, что, блин, ужас, а. Я с ним пишу, что столько людей погибло. Да уж, повезло хоть нашему герою, он, как говорится, выжил, а. Ну, не отправился сюда, на смерть. Так, я не пойму, где находится эта фигня. Честное слово, друзья. Я что-то упускаю, я не могу найти нифига. Вот везде лазью. Вот тут сейчас соберусь, вот сейчас вот тут приземлюсь, вот. Сейчас быстренько, аккуратненько. Так, выйти. Погнали. Где находятся очки? Блин, что-то я, походу, невнимательно что-то делаю. Тут я бы... Тут, ну, лазил, тут патроны. Блин, опять драка. Так, боезапасы. Тут то, тут все. Так, тут... Взломать, ну, тут камера. Тут такая прикольная, да? Выглядит маска. Прикольно. Так, где находятся очки технологий? Вот это капец, я не понимаю, где она. Вот, честное слово. Так, тут... Тут тоже ни хрена. Вот, вот, друзья, я то ли не пойму, то ли какой-то бред, то ли это игра багует. Затягает, да. Проблемка в оптимизации на ПК, это реально так. И есть, блин. Игра, конечно, не сильно тупит, но бывают такие моменты, когда она тупит и меня подбешивает, да? А так, в общем, игра, друзья, прикольная. Ваня, нам надо покинуть быстро, наконец-таки, здание. Паука я уже не вызову, ну, пошли он там, наверху. Я уже не заберусь. Черт с ним, с этими технологиями, а? Сейчас, друзья, быстренько сваливаем отсюда, а? Как говорится, завершим нашу прикольную миссию, а может не завершим, может еще прикольно. Так, я уж сейчас лучше пушку уберу, дабы, типа, я обычный чувак в маске, а? Так, Сим, откройся. Да все хорошо, хорошо, ребята. Привет, привет. Да не бойтесь, блин. Я без ни хрена не боятся меня. Я отследил серийный номер бота-паука. Его приписали к новому Скотланд-Ярду 3 года назад. Возможно, там мы найдем информацию о его операторе и задании. Значит, копы напали на след истинных виновников терактов, но почему-то молчали. Что-то тут не сходится. Мы пока мало знаем. Будем делать выводы, когда посетим новый Скотланд-Ярд. Так. Найдите улики в новом Скотланд-Ярде. Наконец-таки нормально прочитала. Блин, а вот и узнал, как машина разбивается, походу. Блин, тут ты так заехал, конечно, неудобно. Чё туплю? Вот. Вот так вот, Димон. Димон, ты где права брал, а? Ты балбес, Димон. Блин, иди, зараза, есть нормально, а? Будь нормальным водилой, а? Это точно тебе, блин, права у тебя заберут, а? Сейчас все будет, друзья. Видите, миссия еще не завершилась, а? Я очень, на самом деле, этому рад. Ну, бля, миссия такая прикольная, интересная, блин, получается. Так, как нам тут... А, все хорошо. Ой-ой-ой, соли. Так, как нам тут... Во, как можно поехать, а. Так, ну, эту штучку-дрючку я не буду включать, а. А именно, управление, как говорится. Ух, а, эта тачка такая же. Да. Так, округ Вестминстер. Вау, тут тачек дофига прикольных. Так, ну мы почти, в принципе, доехали до нашей цели. Да уж. Автопилот, вот, вспомнила. Автопилот включен. Давай, автопилот. Пока можно поболтать, посмотреть на красивый, прикольный город, блин, колесо обозрение, красивые облака, хотя в жизни реально не красивее, но тем не менее, блин, прикольные дома, людишки ходят, в телефонах сидят. Мы на машине едем, как говорится, она сама управляет, ну, автопилот управляет ей. Весело, ребята, весело. Нет, на самом деле... Вы прибыли к месту назначения? Я почти прибыл, да, Ваника? Автопилот почему-то до конца не довозит, а? Ну, автопилот, а? Боже, сколько паразитов! Участок захвачен Альбионом! Как и полиция в целом. Но ты не волнуйся. Если тебя не устраивают бандиты в армейской форме, всегда можешь просто переехать куда подальше. Вот уж не думал, что буду сочувствовать полиции. Не о чем беспокоиться, отличий не так много. Другая униформа, штурмовые винтовки и тот факт, что они служат не обществу, а тем, кто им платит. К делу. Если мы хотим найти записи или информацию о нашем боте-пауке, нужно двигаться дальше. Я понял тебя, Бегли. Так как-то позабраться сюда? Это вопрос, а? Так, даун.
тут закрыто хрен. Так, открыть панель, да? Панель находится там. Каким образом? О, во! Тут можно зайти, а? Да, друзья. Блин. Кстати, я вроде бы тут был, да? Если я не ошибаюсь. Вроде бы реально тут был вначале, а? Ой, блин, а. Так, сначала лучше надо куда-то быстренько, друзья, спрятаться. Опа-опа. Не знаю, что это, но что-то интересное. Вызвать паука. Да, отпустить его и дальше пойти. Ну, как говорится, осмотреться. Хотя тут вроде бы в начале игры был, ну, когда только миссию начала. Только, правда, надо было... тут я чувака спасала. А тут, получается, видите, теперь нужно опять же сюда вернулся. Уже, получается, найти это улики, а? Сейчас, друзья, найдем. Может, даже не надо будет никуда идти, и паук все сделает сам. Опа-опа-опа. Сейчас мы этого дебила вырубим, а? Не, получилось, а? Ай, придурок, ребеновский, получил, да? Тупой урод. Так. А ребенок все равно ненавидит детсек. Так, мы вроде бы почти дошли. Такушки. Вот только куда дальше? Так, Сим-Сим, откройся. Паучок, Димончик, зайди. Так, а реально? Эгли, это тот же бот-паук? Судя по серийному номеру, это вторая половина бота-паука, найденного на месте теракта на ТНМ. Можешь сказать, кто им пользовался? Выведи бота-паука из этой комнаты. Чтобы узнать больше о нашем расчлененном друге, нужно прямое подключение. Все ясно. Ой-ой-ой, так, получите доступ к пау... Блин, зараза. Ладненько, так что быть. Так, паучок. Быстренько возвращайся. Все-таки нам, друзья, придется полазить, а? Только уже, видите, потемнее стало, да? Погода меняется, а? Ладненько, друзья, сейчас мы продолжим, все будет хорошо. Фух, так, что же нам сделать, а? Ладненько, этого чувака мы вырубим. Да, аккуратненько, тихо, тихонечко, как говорится. Есть, а? Охеренно, это была девушка, опять же. Но все равно, в любом случае, надо сами поприсутствовать и пойти дальше. Как говорится, паук всю работу сделать за нас не может. Я очень этому рад, что он не может сделать за нас всю работу. Потому что я же говорил, что мне нравится играть людьми. Так, но тут нам как-то надо пробраться туда. Вот только как? Пока я не понимаю, друзья. Ну, этого чувака мы вырубим, дабы он охренел. Так. Так, так, так. Отключаем. Так, как все попасть? На самом деле я не пойму. Камера, камера. Так, тут камера не туда идет. Тут тоже. Так, мне что, открыть? Так, получается, мне нужно... А, вон оно что. Ой-ой. Ой-ой. Ладно, друзья. Время пришло, как говорится, гаситься. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как их, а? Так, опять же, как-то надо паука сюда пофигачить, а? Ну, пока на нас напали, как говорится, друзья, придется отстреливаться, а? Альбион — продажные ублюдки, которых мне не жалко. Поэтому это крайний случай. Так, первая... Ах ты, тварь, а? Ублюдень, он чуть не убил меня. Блин, помехи пока нельзя сделать, а? Есть, а? Блин, на самом деле это прикольно играть, когда ты перестреливаешь с кем-нибудь. Я не люблю просто везде ходить, только не, какой-то бояться, в крыску играть. Конечно, так интересно, но... Так, вау! Ого! А круто я ее, а? А вот это намного интереснее, а то я ходил реально. Ну, пауком, конечно, интересно играть, но я же говорю, друзья, так интереснее играть. Когда ты играешь... Ого, прям в бошку ему, а? А прикольно, а? Так, давай-давай, бабеня. Ты сама выбрала свой путь, а? Как говорится, путь ублюдской бабы, которая не захочет мой герой встречаться, а? Так, как мне сюда попасть, я так и не понимаю пока что, потому что Альбион меня не дает подумать, а? Достали уже. Так, я вроде бы всех убил, да? Теперь нужно продумать план, как туда попасть, взломать.
Это не та камера, которая мне нужна. Так. Взломать, взломать, и опять же взломать, тут открыть. Блин, ладно, друзья. Походу, пока что я туда не попаду. Вот только, честно, там вот паук, мне нужно... Так. А, он тоже для всех не любит, да? А, вон оно что. Вот. Пробраться через то отверстие. Вот, что надо было сделать, друзья. Кто-то поврежденный, потерявший часть ног, бот-паук может прыгать и перемещаться по вентиляции. Хороший способ незаметно двигаться по зданию. Да, Бэгли, я с тобой согласен. Правда, жалко паука бота, хоть он, конечно, не живой, но тем не менее. Очень жалко. Он еле плетется. Вау, прикольный системник, а. Так, нам нужно попасть, получается, сюда, да? Ладненько. Все сделаем. Анализировать. Это фрагмент системы дистанционного подрыва из здания парламента. Если полиция или Альбион изучили находки, должны были понять, что это не работа, Дедсек. Так, открыть панель. Они, скорее всего, так уже и поняли, что это не Дедсека. На ней было плевать, потому что они ненавидят Дедсека. Так, а теперь куда нам, чё нам? Так, эй, паучок, паучок. Ты у нас там бедненький, смотри, аккуратненько будь. Вон оно чё. Так, а тут мне получается как попасть. Блин, тут как замудрено все, ребята. Тут, блин, так все заделано, что я в ахере. Не пойму, куда идти мне. Так, реально, куда дальше? Фух, так все просто близко находится. Я когда близко находится, не особо хорошо вижу. Мне просто подальше лучше. Но тут очень близко, друзья. Ладненько, сейчас все будет. Так, 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 давай, 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 давай. Вот паучок, вот паучок. Молодец. Так, это наш главный герой. Так, и куда мы дальше идем? Тут нет, тут тоже нет. Тут... Так, я понял тебя. Ну, немножечко недопонял, конечно, паук. Но... Реально, куда дальше? Так, это мы закрыли. По системнику мы не поберемся. Блин, друзья, я заблудился. Блин, это как в резиденте, когда я лазил, не мог найти вход. А, вот оно что, блин, опять невнимательность моя. Вот, Дима, внимательность твоя тебе ничему хорошему не приведет. Ой-ей. Ну, в смысле, минус делает. Так, опять же, нам получается надо... Во, как надо замутить, а. Сейчас все будет, друзья. Так. Давай, бота-паук. Может, даже нам крышка? Нужно закрыть крышку, а? Нет. А ну-ка, 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 тут куда мы? Тут мы никуда не можем. Тут бесполезно. Все-таки опять же сюда прыгаем. Давай, паук. Во, красавчик. Красавчик, паучок. Это же маска Долтона. Возможно, это все, что от него осталось. Скорее всего, ее привезли из здания парламента. Да, жалко было Долтона. Хороший был агент, а. Молодец, а. Ми-6. Так. Вон оно чё. Так, вроде бы я правильно иду, да? Ну да, друзья, я почти собрался. Все правильно. Давай, паучок, я верю в тебя. У тебя, конечно, одной лапки нету, но ты молодец, ты хорошо справляешься. Правда, бедненький поврежденный весь, а. Но он почти выбрался. Почти. Паучок, давай, давай. Я верю. Мои друзья верят в тебя, паучок. Давай. Ты сможешь, паучок. Ха-ха. Вау, правда, у него очень мало жизни, а. Так. Теперь куда? Куда нам вообще надо? Так, тут он и герой. Ну просто охренеть. Откуда столько мусора? Придется прыгать, чтобы перебраться через него и добраться до следующего вентиляционного отверстия. Понял тебя, понял, Бэгли, а. Откуда столько мусора? Да хрен его поймешь, а. Откуда столько мусора? Так, вот, получается, нам сюда надо, да? И тут, друзья, тут все замудрено, а. Тут все, в принципе, прикольно, на самом деле, интересно. Но паучка мне, правда, жалко. Хоть он не живой робот, я понимаю, но... Тем не менее, друзья, тем не менее. Фух-фух-фух. Ой, блин, правда, друзья, большое удовольствие пройду себе на канале и первую часть пройду, и вторую. Там, кажется, главный герой же будет один. Посмотрим, поиграем. Я думаю, может, даже постримлю, а? Первую часть пройду, кстати, я хочу вопрос провести. Вот, какую игрушку мне следующую с открытым миром поиграть, а? Или передавать с президентом, а?
Так, это кто у нас? Так, а, вот сюда, все, мы правильно идем. Там болтаются какие-то балбесы. Так, 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 так. Во, зато мы с вами выбрались. Вот только куда? Пока еще неизвестно. Ага, ну, блин, ну нам тут еще ползти и ползти, это капец на самом деле. Паучок, мы почти выбрались. Хотя, честно, я не понимаю, куда мне нужно и как добраться туда. Ну, я имею в виду, сколько еще нам ползти, это я имею в виду. Так, блин, паучок. Давай, паучок. Давай, мой герой. Говорится, давай, давай. Ай, молодец, ай, молодца. Так, и еще, давай, давай, давай. Еще осталось чуть-чуть, чуть-чуть. Проживи как можно больше. Конечно, починить мне тебя скажут, скорее всего, уже... Ты почти на месте. Продвигайся через последний вентиляционный канал, пока не увидишь отверстие наверху. Спасибо, спасибо тебе, Бегля. Конечно, паучка мы, скорее всего, не починим. Ну, скорее всего, сейчас взорвется, но... Может быть и получится. Так, все. Все, я добрался. Есть. Так, поднять. Так, поврежденный бот-паук. Судя по серийному номеру, этот бот-паук является собственностью лондонской полиции. Ух ты. Так, интересно, интересно. Так, покиньте обувь. Сканирую бота-паука. Получаю доступ к хранилищу данных. Пока я занят анализом, советую скрыться. Если, конечно, не хочешь. Объяснять вооруженным до зубов представителям новых правоохранительных органов, что тебя заставило вломиться в участок. Лады. Да я Бегли всех уже повырубала. Но тем не менее, свалить надо. Так, тут я заблудился опять, а. Фу, блин. Димон, ну ты даешь, а как ты можешь заблудиться? Так, а, вот, все, вроде бы я вот сюда, сюда. Так, вроде бы вот тут выход у нас, да? Во, выход тут есть, выход нашел. Так. Покинуть область. Тачку я новую возьму или свою заберу. Хотя сейчас попробуем. Так, тут откроем. Тачка моя, по-моему, тут где-то находится. Или нет? А, нет, тачка моя штама. Опа, патрончики. Пополним боезапас. Возьмем тачку Альбиона. Нафига, у них тачки прикольные. Давай-давай. Во, и погоним, а. Это бронемашина. Найденная тобой часть бот-паука содержит GPS-модуль, который регулярно отправлял координаты бота на наземную станцию связи. Потайное место? Ничего не понимаю. Надо выяснить, что там. Передаю координаты станции. Так, осмотрите незаметную станцию связи. Блин, Валика, давайте. Так, сейчас быстренько осмотрим. Тут, в принципе, нам ехать на самом деле недалеко. Я думаю, миссия завершится, типа она будет короткая. Она оказывается длинная, даже очень длинная. Опа, может и купить себе новую одежду. Так, сейчас быстренько выйдем. Быстренько купим что-нибудь себе. Так, у кого? А, во! Во как можно, да? Так, кстати, сколько у нас денежек? Ух ты, 4000. Каких-то лондонских денег. Ух, так, друзья. Что же нам можно себе прикупить? Ух ты, нифига себе, тут такая одежда такая прикольная, правда дорогая. Вау, это прикольная куртка. Ну, вот это тоже неплохая, поэтому возьмем ее себе. Так, теперь обратно назад. Так, головные уборы. Какие у нас тут есть головные уборы? Так, ну, не интересные мне. Медмаски. А, медмаски, в принципе, тоже не нужны мне. Придумали же в игре. Так, новая сумка. А вот сумка новая нам пригодится. Было бы еще с российским флагом, а? Вообще было бы классно. Во. Вот это прикольный киберспейс, мы возьмем такую сумку, как была у Маркуса в Вайчдоке, во второй части Вайчдок. Так, руки. Перчатки, да, получается? Тут дорогие перчатки, ладненько, на них мы поковать не будем. Но новые... А, тут ботинки фигня, у меня лучше. Очки. Ух ты, а очки у нас ну-ка? Я крутой боец, ну-ка, вот это. О-хо-хо. Вот эти прикольные очки, правда, стоят 900, да? Ладненько, так что быть, потратим на них. Ну, в принципе, достаточно, более-менее. Хотя у нас оружие, так одежда была прикольная, в принципе, но ладно-ка. Так, игра начала немного подтупливать, мне, конечно, это не нравится, друзья. Совершенно не нравится. Так, иди нафиг, сразу доверяю. Так,
осталось доехать совсем немножечко, друзья. Зато я и говорил, что на ПК эта игра оптимизирована не очень хорошо. Так, я Лебионовец, так что пропустите меня нахрен все. Так, тут у нас мост. А, во-во, как надо ехать, да? Блин, значит, вон тут прикольный, а. У, ё-моё, опять же, ух, сука, нифига себе. Да уж, фух. Давайте сейчас, друзья, мы почти приехали. Да, с этой игры я более-менее научился водить, а то в предыдущей миссии я прям впитывался в каждую машину, а. А нет, блин, лучше бы не говорил, а. Так, ой-ой, сори. Как тут вообще пикать, а? Опа, смотрите на заметную станцию связи. Надо как-то туда попасть. Под мостом работает система видеонаблюдения. Если подключишься к ней, сможешь заглянуть внутрь. В журнале системы GPS-бота Паука регулярно встречаются эти координаты. Наш таинственный свидетель, видевший настоящих террористов, несколько раз бывал в этом прекрасном сыром месте. Место укромное. Подходит, чтобы скрываться от чужих глаз. Или чтобы потихоньку утопить в Темзе труп. Все, чувак, беги. Видите, сейчас быстро чувака спас, а? Может быть, это рук. Кстати, какая там рука была. Так, ладненько, нам нужно пробраться сюда, да? Так, уничтожьте щиток закрытой сети. Ага, а вот ты как это сделать, а? Нам что, придется искупаться, что ли? Блин, как это сделать, ребята? Что-то я пока что не пойму. Так, это у нас данные. Блин. Так. Опа, что это у нас? А, это обычный чемодан, а? Так. И вы разблокируете подключение к нему устройство на привлечение внимания охраны. А, камера. Во как. Так. Очки технологий. Так. А как-то дверь открыть? Это что такое? Типа открыть-закрыть. Как нам попасть сюда? А, блин, вот что за мудреная фигня. Тут никак не взломаешь камерой, да? Только надо самому лично присутствовать, а? Вот же, блин, а? Нет, тоже не катят, да? И что мне делать? Блин, вот, конечно, миссия замудрённая. Так. Я не пойму, тут лестница, тут сломать. Это у нас что такое? Какое-то письмо. Блин, это же содрюкли игру, а? Ну, мы здесь замутили, так что пипец, а. Не поймешь, что делать, а, маленько. Только я еще ни разу не купался в игре. Надо, как говорится, все испробовать, а. Так, тут у нас какая-то записка была. Что-то интересное. Надо сейчас взять, а. На берегу. Так, поднять. Вамбетиский мост. Ух ты, Далтон, привет, горе. Далтон, как я понимаю, вы собираетесь перекрасить Вамбетиский мост. Далтон, этот мост памятник архитектуры. Ваши действия привлекут внимание. Далтон, вы... мы поддерживаем ваш призыв и хотим помочь, горе. Что, кто это? Далтон, меня зовут Далтон, я из Дедсек. Горе, Дедсек хочет нам помочь? Далтон, полиция попытается вас остановить, им нужно помешать, я скоро пришлю подробности. Ух ты! Блин, интересно. Далтон помогал, говорить какой-то, а? Эти года, они все-таки покрасили мост, а? Как же мне попасть сюда? Я не понимаю, блин, может у меня технологий не хватает, а? Осмотрите незаметные станции связи. Я так и собираюсь делать, а? Но пока не понимаю. Так, это у нас вторая записка. Так, Вамбетиский мост. Всем офицерам Альбиона приказываю арестовать Глорию Гантон и привести ко мне, мировому судье Соединенного Королевства, чтобы она ответила за законное собрание предводительный разговор с целью совершения нападения и вандализма. Выполняйте свой долг. Ордер. На-на-на. В соответствии с договором. На-на-на. Так, ясненько. Как же... Опа. Что это у нас? Тут у нас нужен бот-паук. Может быть, паука сюда пустить, а? Блин, друзья, я пока не понимаю, что как... Чё как? Что такое? Так, ну, мы поберемся. Занятненько. Опа, мобильный телефон. Прикольно. Только правда,
Как мне попасть сюда? Вот честно, вот же замудрили, я не понимаю, а? Так, доступ, доступ. Так, непосредственный, так, непосредственный доступ. Понятно. И как туда попасть тогда? Вот же замудрили, а? Вот же задрючили, а? Ну блин, друзья, я пока балбес, не понимаю, что делать, а? Камера это камера, кстати, как тут 4 камеры, охренеть, да? Ну, сломаю я камеру, а дальше что? Так. Ага. Даже так, да? Вот оно чё. Какая-то хреновина непонятная нам. Тут еще письмо. Блин. И что дальше? Как попасть сюда? Блин, ну так будто как балбес бегать, а? Херней страдать. Как-то мне не хочется это делать, друзья. Ну именно херней страдать, а? Как-то попасть туда хочется внутрь. Но пока я не понимаю, как это сделать, друзья. Ух, блин, был бы это, конечно, стрим, может быть, кто-то игру прошел, уже помог бы мне. А пока я, как говорится, как балбес, буду лазить, думать, бегать и еще раз бегать. И пытаться взломать. Кстати говоря, доступ пока хрена с два, да? Так, ну тут наш паук не поможет нам, а? Может персонажа поменять, а? Сейчас, быстренько, может быть, реально надо будет поменять. Так, подожди, подожди, я уже все понажимал, куда не нужно. Команда. Так, во, изменить. Так. А я могу изменить? Не, получается, пока я не могу. А, сменить агента. Во. Сейчас, друзья, все будет, а. Во. Мне это правда было агента сменить, а. Это Дэдсек. Готово? Что ж, поработаем. Так, может быть, получится с помощью ее технологий. Ха-ха, я его вырубил. Что-то сделать, а? Я просто пока не понимаю, а? Опять от Биона. Вот ублюдки, а? Хрен вам, тварь, а? Тут целых 3 человека. Раз. Ух ты. Сейчас я всех спасу, а? 0 Биона. Да, доступ на создание Стефен Ферендера. Так, завербуйте Стефен... А, потом, потом, а. У нас сейчас есть более важная задача. Взломать. Диспетчер, разошлите ориентировку. Тут никого нет. Не, друзья, все-таки так и сяк у нас не получается. Так, это очки технологий. Я просто не понимаю, что мне нужно сделать. Какая же это бредятина, а? Честное слово, блин. Какая-то непонятная миссия. Так, уничтожив щиток закрытой сети, вы сблокируете подключение к нему. Устройство, привлечите внимание охраны. Так, чем же мне его уничтожить, а? Так, 4 способности. Взлом. Но способности наши что-то особо не работают, а? Четверочка, пятерочка. Вот что надо было сделать. Капец, я балбесен, а? Ужас, друзья, это было элементарно. Я просто, опять же, был невнимательным, а? Зараза, ладненько, поиграем эта девушка уже. Так. Друзья, я был... Что-то сегодня я вообще какой-то не собран, а? Ужас, а? Позор мне, а? Так, вот наш чувак. Сейчас найдем. Так, ну-ка. Боже, в этой пещерке целая полицейская контора. Если бы Альбион занял твое рабочее место, ты бы тоже сменила офис. Похоже, наш таинственный детектив был предан своему делу. Есть мысли, что привело его к теракту на ТНМ? На клаве толстый слой пыли, но на диске может найти что-нибудь полезное. Окей, я понял. Сломать диск, да? Давайте. Почему бы и нет? Так, аудиофайл, да? Это инспектор Кейтлин Лау. Ну, бывший инспектор, да. Альбиону власти. И полиции не стало. Впрочем, руководство давно избавилось от улик.
От всего, что могло связать Альбион и клан Келли с терактами. Но я точно знаю, что бандюги Мэри Келли замешаны в этом. И в тех преступлениях, которые мы пока можем расследовать. Мы с друзьями займемся ими неофициально. Снова гоняюсь за Мэри Келли. Ничему меня жизнь не учит. Ух ты, это была девушка, а? Вау. Интересно мне, живая она или нет, а? Вот она. Видеоблог инспектора Лао. Клан Келли и Альбион, видимо, работают вместе. Подробностей узнать не удалось, но, похоже, они торгуют людьми. Цем под полным контролем Альбиона. После терактов они имеют право арестовать любого под предлогом нелегальной миграции, поддержки датсек. Но мы-то знаем, кто опасен на самом деле. Потом этих людей забирает клан Келли. Иммигрантов, депортированных, одним словом, жертв. Их куда-то отправляют. Но зачем? И куда? И, конечно же, в центре всего глава клана. Я знала, что Мэри виновна, но она сорвалась с крючка. Ну что, вариантов не осталось. Только круглосуточная слежка за Мэри. Если поймают, что ж, записи больше не будет. Но я узнаю, что она скрывает. Значит, наш таинственный офицер Кейтлин Лао. Похоже, Мэри Келли была ее белым китом, и расследование вывело ее на теракты. Сначала Альбион, а теперь Келли. Неужели это никогда не кончится? Паутиной нулевого дня опутана вся гниль Лондона. Любая ниточка ведет к клану Келли, Альбиону или еще какой-нибудь дряни. Людей похищают на улицах, а я пришла в Детсек, чтобы это прекратить. Инспектор Лао упомянула, что Альбион проводит свою часть схемы через ЦЭМ. Возможно, оттуда и следует начать. Так, очки технологий. Вау, вау, блин. Задание выполнено. Призраки прошлого. Четвертая часть под названием «Призраки прошлого» завершена. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки и самое главное, друзья, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока, я говорю вам всем спасибо за поддержку. Я вас очень люблю, вы у меня офигенные друзья. Покедова, еще увидимся с вами в новом прохождении. Это дело очень дурно пахнет. И если Кейтлин Лао права, теперь оно у нас в приоритете. Есть все причины верить, что бывший агент Детсек, который пропал где-то в ЦАМ, может быть жив. Анхель Лопес не местный, меня это не смущает, но других... Похоже, Анхеля поймали во время облавы на иммигрантов, и поэтому... Горькая ирония, конечно, его не убил нулевой день. После теракта ненависть к иммигрантам усилилась, благодаря Альбиону. Это позволяет им отправлять неугодных в лагерь беженцев. Найдем Анхеля, пока никто не знает, что он из Детсек. Да, дело скорее личное. Но найдя Анхеля, мы можем узнать, как связан Альбион и клан Келли. Черт. Хорошие новости. Он в стране. Наших высланных нигде не принимают. Плохие. Теперь он застрял в этом чистилище под названием ЦЭМ. Отправил информацию на твое устройство и связался с нашим контактом в ЦЭМ. Тебя проведут внутрь. Всем пока-пока, мои офигенные друзья. А что это вы тут делаете? Конец. Кино-то уже кончилось.